Губернатор Игорь Руденя провел инспекционную поездку по объектам строительства Твери. В том числе глава региона побывал на площадке строящегося в микрорайоне Южный детского сада, выполнение реставрационных работ на объектах, входящих в комплекс путевого дворца, а также оценил готовность школы в микрорайоне Брусилова. В областном центре завершается строительство школы на 1224 места в микрорайоне Брусилова. На площадке побывал губернатор Игорь Руденя в рамках инспекционной поездки по Твери. Глава региона оценил готовность объекта, осмотрел классы, медицинский кабинет, столовую и другие помещения, а также прилегающую к школе территорию. В настоящее время полностью возведено здание, школа подключена к системе теплоснабжения. Сделан спортивный блок, в высокой степени готовности внешние и внутренние инженерные сети. Завершаются работы по укладке газонного ковра и посадке деревьев и кустарников, обустройство ограждений территории, отделочные работы в бассейне и других помещениях. Для ускорения сдачи объекта работы ведутся в дневное и ночное время. Еще один объект социального строительства – детский сад в микрорайоне Южный. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Здесь откроют 5 групп – 2 ясельные и 3 дошкольные. Ввод детского сада позволит повысить доступность дошкольного образования в областном центре. В послании президента было четко совершенно определено, что мы должны акцентировать внимание на создании ясельных групп в современной инфраструктуре образования. Сейчас строительная готовность объекта составляет 70%. Здание возведено под крышу, проведены наружные инженерные сети, смонтированы окна. Завершается благоустройство территории, внутренние отделочные работы. Ведется монтаж линий освещения, систем отопления и вентиляции. Общий объем финансирования строительства детского сада – около 100 миллионов рублей. Также Игорь Руденя посетил объекты реставрации областной столицы. Здание бывшего реального училища и оранжерею Тверского путевого дворца, которые относятся к объектам культурного наследия. Губернатор ознакомился с финальным этапом реставрационных и строительных работ на объектах и выполнением поручений данных им в ходе инспекционной поездки летом текущего года. Нормальный вид, смотри, совсем другой. Даже вот эта вот затирка на кирпиче, она выглядит так под старину. В настоящее время на объекте завершается реставрация. На первом этаже здания будут размещены выставочный зал, визит и конгресс-зоны, стойки информации, на втором – экспозиционные площадки. Сейчас полностью закончены внутренние общестроительные работы, заменена кровля, установлен лифт для посещения здания маломобильным гражданам, смонтированы системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и энергосбережения. Выполнен ряд работ по благоустройству территории, в том числе обустроены дорожки из брусчатки и английского булыжника, бассейн-газон. Планируется, что реставрация объекта завершится к концу 2019 года.